Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Redcon. Начать. Похоже, я недооценил вас, командарм. Вероятно, вы не просто очередная пешка. Видимо, вы могучая правая рука императора и его протеже. Думаю, я должен оказать вам честь и уничтожить вас. Ну что же, давай посмотрим, кто кого еще уничтожит. Так, ну что, ребята, у нас с вами форт Сикамор. А я могу, интересно, что-нибудь поменять? Давай посмотрим по сервису. У нас есть что-нибудь новенькое? Центр управления полетами, это все не то. Оборонка, понятно. Форт Сикамор. Форт с дополнительными солдатами и убежищами. Нет, мне это не нужно, это не по мне. Блин, а что же нам с тобой... Доступно-то было, а? Бонусы. Ну, все бонусы у нас с тобой активны. Так, пушки, базуки, все это у меня есть. Ладно, ребята, не будем пока ничего с вами менять. Давайте попробуем, наверное, сыграть тем, что у нас есть. Сражение. Прицельный артобстрел. Оу. Так, давай начнем, наверное. Нифига тут у них, ребята, пушки, ты посмотри. Зенитки. Так, давай-ка мы сделаем, наверное, с тобой вот так вот, да? Куда эту пушку мне бомбить? Сюда? Давай, стреляй. Сейчас попробуем с тобой разнести вот эту вот фигню. Ага. Давай, родные мои, базуки, бомбите. Ё-моё, что тут у меня происходит? Так, парень, иди лечи здоровье. Так, эту пушку мы сейчас с тобой, по ходу дела, разнесем, да? Так, иди... Чини. Ты посмотри, какой жучара, а. Так, нам лучше поджечь, я думаю, да? Пускай там горит все к ядрене фени. Так, и нам главное тут смотреть, контролировать весь процесс, друзья мои. Я смотрю, они хотят реактор мне взорвать. Я не могу этого позволить. Просто не могу. Так, это бомбит у нас сюда. Смотри, они успевают убежать. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема. Сгорит уже. Они хотят ее починить. Слушай, а мы знаешь, что с тобой сейчас сделаем? Так, парень, тебе, наверное, надо идти сюда. Тебе тоже надо залечить раны. Так, этому бродяге сюда идти надо. Этому сюда. Видишь, не прыгает все. Он что, последний у них остался, что ли? А нет, вон еще один там есть. Упс, не имеем права, ребята, чтобы нам реактор взорвали. Иначе будет ядерный взрыв, ты сам понимаешь, да? Видишь вот эту вот пушку? Я вот хочу сейчас навестись именно на нее, чтобы ее уничтожить. По крайней мере, там солдатик находится. Ё-моё, у меня сейчас только что солдатика уничтожили, друзья. Прикинь, я не уследил. Я за ним не уследил, к сожалению. Так, а он живой. Так, второй побежал. Смотри, там горит у них. Чини, 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 родной. Давай я тебе сюда помощь поставлю, чтобы вы вдвоем здесь. Так, по-моему, я там, да, еще одного солдатика в хламину снес. Ты смотри, что творит, а? Быстрее сюда. Так, давай-ка дальше мы определимся с тобой. Эта пушка у меня без напруги. Надо ее починить. Да что ж такое-то, а? Мы промахиваемся. Надо вот эту вот, наверное, зенитку уничтожать нам теперь. А у них солдатик? Нет, есть солдатик. Давай-ка вот сюда мы с тобой поставим. Ага, побежал. Смотри, только я, ребята, сменил цель, как он побежал. И опять убегает. Ну, гаденыш, а. А вы что стоите-то? Давайте чините, у меня. Да, тут меня что-то раскромсали, по-моему. Бей сюда. Правильно, здесь нам нужно с тобой уничтожать. Так, это сюда бомбит. И вот эту мы с тобой сюда поставим тогда. Должно сработать. Так, наверх. Починим теперь вот здесь.
Ну, естественно, он за своим последним солдатиком там следит, как зеница ока. Потому что, ну, это последний у него там. Все, ему крышка. Ребята, теперь наша основная задача — это уничтожать. Давай сюда. Еще раз сюда. Так, нет, подожди, подожди, ребята. Там все нормуль. Так, эту зенитку мы с тобой сюда направим. Так, эти все бомбят. Блин, надо нам с тобой починить пушки как можно быстрее. Смотри, он строчит. Уходим. Забегаем обратно и чиним. Ты смотри, что творит, а? Не дает. Просто не дает мне починить. Сейчас вот эту вот уничтожим, будет нам попроще. А я пока буду делать так, чтобы он отвлекался вот на эту пушку. Ну, естественно, стрелял сюда. Мы с тобой будем выбегать. Есть. Так, друзья мои, следующая вот эта вот пускай будет. Уходим, уходим, уходим. Давай сюда. Сюда. Починить он уже эти орудия свои не сможет, потому что у него нет людей. Так, мы сейчас тут с тобой хильнемся. Короче, нам нужно разделиться. Кто-то пойдет сюда, а кто-то пойдет сюда. Так, опять строчит, а? Достал. Так, отходите, отходите, ребята. Так, ну что, осталось совсем чуть-чуть, да? Сейчас еще залп, другой, и все, в принципе, разнесем. Мы там в хламину все. И есть контакт. Следующее, знаешь, что мы с тобой будем? Наверное, вот это брать. Тут самое главное, я уже понял, ребята, если мы сносим человечков, да, то, соответственно, мы быстрее с тобой уничтожим базу. Потому что эти человечки, они достанут, они туда-сюда бегают, лечат, чинят. Ну, в общем, тебе все понятно и без меня. Я не могу только одного понять, почему у меня такая слабая база? Вот он стреляет, да, разносит ее в хламину, я же тут просто запариваюсь бомбить по ней. Так, давай следующее, наверное, я вот сюда вот. 56% почему-то попадания. Это очень мало на самом деле, ребят. 56%. Это вообще ни о чем. Согласись. Так, давай попробуем сейчас здесь починиться. Никак не получается. Вот он успевает забомбить и все. Причем у него нету никого, да, ребята, вот в этой комнате, в радарной. И он попадает практически со 100% вероятностью. Как это может быть? Объясни мне. Ну как? По логике вещей, ну это просто невозможно. Видишь, сколько он отнимает здоровья и сколько мы у него валим? Трындец просто-напросто. Сейчас мы хильнемся и пойдем дальше чинить. Сейчас мы эту пушку с тобой уничтожим. И потом последнюю будем уничтожать ему. Последний это вот здесь вот. Отлично. Так, теперь давай вот сюда вот шмалять. Со всех, как говорится, орудий. Пускай он уже что хочет, то делает. У него, ребята, шансов здесь мало вообще против меня. Тем более комнатка загорелась. Сейчас она может огонь перейти на следующую и так далее. Видишь, да? Полыхает там все. Я, наверное, вот сюда еще поставлю. Один артобстрел. Пускай тут все сгорит у него к ядре не фене. Мне не жалко. Так, пушка эта пускай бомбит вот сюда. 96%, кстати, попадание. Чуть я не понял, зачем вы сюда бомбите? Вот, сюда уже надо стрелять. Хорош. Посмотрим, что он запоет. Генерал этот плешивый. Так. Не загорелось, да, радарная загорелась, я смотрю, у него. Отлично. Блин, промахи и промахи. Почему? Не знаю, ребята, вроде бы человечек стоит у нас в радарной. Мы должны попадать, тем более у нас второго уровня радарная, а у него первого. Так, слушай, там... Да не понял, какой снаряд сюда бомбит-то, эй? Да зачем вы так делаете? Вот сюда стреляйте.
зенитку не переустановил. Ну что, последний залп, и, судя по всему, все, ребята, будем в выигрыше. Последняя комнатка. Сейчас, сейчас, сейчас. Снаряд смертельный летит. А, промахнулись. Ну, да чтоб тебе. Ты куда бомбишь? Давай сюда вот бей. Ну, тут чистая победа получается. Мы, правда, с тобой одного человечка тоже потеряли. Но это была моя вина. Не доглядел. Ну вот и все, друзья мои, победушка. Пали еще две армии империи. Мои тупые генералы способны только на поражение и извинения. Я устал от поражений. Мне не нужны поражения. Хм, извините. Это потому что я переживаю. Все в порядке, лейтенант? Да, мой император. Я польщена вашим вниманием, мой император. Отлично. Узел связи крюксов защищен каким-то тяжелым оружием. Тяжелым оружием, которое уничтожает любые армии империи, обратившиеся в его сторону. Надеюсь, вы не подведете меня, командарм. Так, ну что, друзья мои, поехали, да? Раз, два, три, четыре. Сколько у него? Пять человечков? Давай я, наверное... Нет, сюда не хочу бомбить. Вот надо что, уничтожать. С поджогом, естественно. Так, эта пушка у нас сюда бомбит. Это сюда. Так, допустим. Предположим, да? Вот так вот мы с вами сделаем. Тут реактор у нас хандрит. Так, что они тут засуетились? Они засуетились. Ё-моё, у нас уже горит. Уже горит у нас зенитка. Давай, 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 тушите ее, ребята. Так, а эти что у меня? Так и будут, да? Сидеть. Так, ну что, друзья мои, поехали. Так. Вот сюда, пожалуйста, поджог. Здесь, пожалуйста, светошумовую. Сюда, наверное, разрывную. Так, а сюда электрическую. И вот это вот сюда поставим. Залп в огонь по 9 выстрелов. Пускай бомбит. Так, что они тут мне хотят бомбануть? Естественно, реактор. Они берутся за реактор. Блин, может быть, мне... Не стоило брать реактор, а, друзья мои? Ох, ё! Да уйди ты оттуда. На ладан дышит, стоит там. Так, чини. Уходим. Восстанавливаем здоровье по возможности. Сюда. Так, у них там горит. Блин, они успевают смыться, ты прикинь? Они успевают смыться. То есть мы с тобой выстреливаем, да? Вот они же черты какие-то, посмотри. Давайте идите сюда. Надо их как-то разделить. Надо их разделить чуть-чуть. Быстрее уходим отсюда. Так, ты вернись. Так, ты сюда. Ты сматывайся. Блин, он... Что творит, а? Смотри. Теперь он решил за реактор взяться. Причем плотно. Что опять пошло не так? Все же было до этого нормуль. Тут бомбит, этот бомбит. Надо вот сюда, наверное, еще бомбашить. Хотя... Хотя здесь тоже надо, ребят. Так, пускай восстанавливают здоровье. Эти тоже здесь пускай постоят пока. Уходим.
Видишь, что он делает? Он хочет, ребята, меня светошумовой поймать, чтобы оглушить. И, соответственно, в этот момент расстрелять. Я уже его понял. Раскусил, так скажем. Мы эту пушку с тобой когда-нибудь вообще уничтожим или нет? Так, вот он оглушенный, да? Вот в этот момент нужно его было, блин, бомбить. Пока он, видишь... Да. Ёпрсты, вот это... Это вот эта пушка, ребята, выстрелила таким вот макаром. Понимаешь? Так, нам надо подлечиться. Ты иди сюда. Да ты заколебал уже, просто заколебал. И что творит? Просто без остановки. Так, уходим, убегаем и возвращаемся обратно. И вот так вот буду я, ребята, его сейчас доводить. Он, конечно, тоже мне тут бед целую кучу приносит. Но я ему снес. Они чинят быстро, 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 быстро. Так, светошумовая, может быть, нам с тобой успеют мои солдатики встать? Или их сейчас похоронят здесь? Успели они убежать? Так, вы сюда бегите. Восстанавливайте здоровье. И надо еще не забывать про реактор, друзья мои. Естественно, про реактор. Его нужно чинить. Уходим. Давай быстро пушку эту чинить. Блин. Так, отходим, отходим, отходим. Возвращаемся. Да неужели мы их не можем там оглушить, там, я не знаю, ослепить или еще что-нибудь сделать? Чиним. Чиним, чиним, чиним и восстанавливаем здоровье. Блин, они просто там в наглую стоят, смотри, и все им пофиг. Им все по барабану, короче, да? Раз, два, три. Так, сколько их там? Пятеро. Еще дофига у них народу там. Так, это у нас с поджогом, да? Так, ну пушку мы починили, главное. Сейчас нам нужно, знаешь, что сделать с тобой? Сделать их, чтобы они, ну, более-менее работоспособными были. Чтобы их не сразу разносили. Так, что у нас там получается? Так. А почему не загорается у них, а? Должна же гореть, по идее, эта комната. Так, нас оглушили здесь. Да вы вставайте быстрее-то, господи, там летят снаряды, блин, эй. Давай-ка мы с тобой вот так вот сделаем. Смотри, вот я только успеваю, ребята, подумать, да, чтобы надо вот сюда, типа, человечков. Он сразу же начинает туда стрелять, как будто догадывается, да? Так, это куда нас бомбит? Это сюда. Это тоже сюда. Они все бомбят в одну точку, и мы с тобой не можем уничтожить, ты прикинь? Это что за бред? Может, светошумовой туда, да? Зарядить? Е-е-е! Так, ребят, по-моему, я там неплохо сейчас вжарил. Давай попробуем сейчас с тобой здесь восстановиться. Медцентр восстановим. Куда он сейчас будет убегать? Не убежал, чмошник. Так ему и надо. Так, и сколько у них осталось человечков-то? Один? Один человек, серьезно? Я не верю своим глазам. Ребята, если у них остался один человечек, это говорит только об одном, что нам пора вот эту вот пушку, наверное, уничтожать.
И рано или поздно этот хмырёныш, он побежит чинить. Он побежит чинить, поверь мне. Но один он здесь не успеет. Мы просто будем контрить. Вот и все. Так, сюда... Ну, сюда, наверное, не стоит уже бомбить. Давай-ка, наверное, вот сюда вот будем стрелять. Уходим. Так, посмотрим, как хорошо будет наше... Ох, как замечательно. А это все на боеприпасах сидит. Слушай, ну у него офигенный форт, да? Столько пушек, столько всего. Почему-то у меня нет. У меня маленький фортик такой. Малюсенький. Который еле-еле может обороняться. Так, тихо, 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 тихо. Уходим. Сейчас, если мы с тобой подобьем вот эти все пушки. Так, вырубили мы ее. Блин, вот. Вот об этом я тебе говорил. Видишь, он подорвался. Где он, ребят? Где этот солдатик? Я его не вижу. А, на радаре стоит. Он стоит на радаре. Сейчас мы его вынудим. Так, сейчас две пушки мы снесем. И он все-таки задергается. Так, давай-ка мы вот сюда с тобой шмальнем. Но не светошумовый, а зажигательный. Почему зажигательный, ребят? Потому что ему придется бежать туда, чтобы потушить пожар. Но так как он один, он может сгореть. И это большой плюс для нас. Отлично. Так, видишь, он подорвался. Но он начал не ту пушку чинить. Он засуетился здесь. Пускай пока чинит. Одному ему тяжеловато здесь будет на самом деле что-либо сделать. Так, 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 так. Ага, задергался. Так, а ты куда у меня бомбишь? Сюда, да? Как раз с зажигательными. Окей. Так, ты будешь у меня бомбить. А давай вот сюда вот. Знаешь же, куда стрелять, а? Туда, где у меня человечки стоят, туда он и метит, ребят. Ага, загорелось. Видишь, он потихоньку-потихоньку теряет свое здоровье. Если бы сейчас мы не промахнулись, его бы снесли бы в хлам. А вот этого делать не надо, парень. Он сейчас побежит в медцентр, наверное, нет? Не стал бежать? Да-да-да-да-да, побежал, побежал куда-то. Вниз. Уголька подкинуть, типа, да? Так, ну что, эти пушки взорваны, да? Опа, вот это опасно, ребята. Уходим, лечимся. Восстанавливаем себе здоровье, так сказать. Так, это что такое? Что за фокус? Я не понял. Давай сюда, наверное, с тобой зарядим. И еще залпик сюда. Так, а ты уйди, подлечись. Что-то я вот эту пушку не могу разнести. Мы уже стреляем фиг знает сколько отсюда, да? Слушай, неужели он восстановит? Успеет, а? Хе-хе, засуетился сразу же. Так, ну что, ребят, я вам скажу. У него осталась всего лишь одна пушка. И то, которую мы с тобой взяли под контроль. Вот сейчас мы ее возьмем под контроль. Она будет обесточена, естественно. Он ничего не сможет сделать. Вот ему только остается здесь бегать, суетиться, тушить пожары. А мы с тобой возьмем медцентр на разруху, чтобы он не смог себе восстанавливать здоровье здесь. Это будет оптимально для нас. Все пытается, да? Побежал, побежал свою пушку чинить. Бегает, суетится, видишь, как он? Чует, гаденыш, что я собираюсь сделать. Так, он ее чинит, блин. Так, мы ее обесточили.
А в плане, я не понял, она же должна быть обесточенная. Не врубился. Как же долго у нас идет перезарядка, а, ребята? Куда ты, гаденыш, там ремонтировать собрался, а? На. Так, медцентр побежал теперь чинить. А его вырубить невозможно, да? То есть отключить электричество мы — это не вариант. Восстанавливать себе здоровье — вот это плохо. Блин, надо вот эту вот фигню уничтожить нам. Смотри, что делать. Опять тушит пожар, а? Давай, 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 этот медцентр ему в хлам просто сносите. Короче, делаем с тобой так. Надоело мне. Давай, один сюда. Один сюда. Так, стоп, один сюда. Сейчас чуть было нас не снесли. Он уже не знает, что ему сделать. Либо медцентр чинить, да, либо это. Офигеть, один залп и сколько наносит урона. Я считаю, что это несправедливо, на самом деле. Это слишком имбово. И что творит? Уйди ты оттуда. Так, один сюда. Вдвоем сюда и один сюда. Пускай вот так вот все будет. Хорош. Давай, давай, есть. Все, ребята. Мы последнего человечка ему уничтожили. А это говорит только об одном. Что мы крышка. Почему? Да потому что мы теперь можем с тобой уничтожать любые пушки, не боясь того, что он их восстановит. Секешь? Сейчас увидишь сам. Сейчас мы только с тобой вот эту вот гаубицу шваркнем. Кстати, тут уже можно отключать разрывные снаряды и все прочее, прочее, прочее. Тут уже можно обычными бомбашить. И ему крышка будет. Все. Друзья мои, он лишился пушек. Теперь дело за малым. Разносим ему. Да зачем, в принципе, этот радар? Нам он как бы и не нужен. Вот. Что нам нужно взорвать с тобой? Вот это сейчас разнесем, и все. Это же генератор у них главный, да? По-моему, да. Так, солдатик, иди сюда. Встань. Блин, он еще живет каким-то образом, не пойму. Каким? Поджог, давай сюда сделаем. Пускай горит. Ты куда у меня лупишь? Сюда? Не, давай вот сюда вот. А то, видите ли, выпендривался там этот командир. Вот это и выпендривался. Я еще раз повторяю, друзья мои, здесь победа заключается в том, что если ты убиваешь человечков, его вражеских, да, то все. Тут уже ему ничего не остается делать, как сдаться. Но он не сдается, потому что если бы это был реальный человек, он бы понял, да, что тут все, ну, труба. Ну, а компьютер до последнего все надеется на что-то, я не знаю, на что. Ой, красота. Сейчас эта комнатка загорится, тут начнет пламя. Естественно, будет терять здоровье. Пламя передается еще по остальным комнатам, и, как видишь, они теряют свою энергию. Так, пушка, давай-ка мы, наверное, вот сюда вот. Нет, поздно, вот сюда уже тогда давай. Все там у него полыхает. Да, сикамор дает о себе знать, ребята. Но последнее, блин, осталось. Вы сейчас будете специально, что ли, тупить? Давайте, все сюда. Все, что у нас есть, все бомбим в последнюю комнату. Вот и все, друзья мои. Прекрасный взрыв и прекрасная победа. Что происходит? Почему в эфире тишина? Опять вы? Опять я.
Господин командарм, западную армию совместно атакует осадная бригада крюксов и ранее не отмеченная на картах крепость на горе Коготь. Командующий западной армией срочно запрашивает подкрепление. Крепость Коготь в пределах досягаемости. Даже так? Ребята, мы, кстати, после следующей битвы получим с вами 8-й уровень. А это значит, что-то у нас откроется новенькое. Ну что, давайте тогда на этом, наверное, мы закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!